Ну где же их всех носит, а? Всегда, когда что-то важное, они опаздывают. Сережа пришел. Ну, наконец-то. Максим звонил. Сказал, что придет через пару минут. Рыжий, а где тебя носит? Я тебя уже полчаса жду. Все-все, не волнуйся, я уже здесь. Я вижу. Ну что, какой у нас план? Наш план, Рыжий, сначала дождаться Максима. И вообще, почему вы пришли не вместе? Вы же обычно вместе ходите. Ой, Настенька, слушай, как я помню, в последнее время ты с Максимом ходишь, а не я. Так что это нужно у тебя спросить? Где ходит Максим? А вот и Максим. Давайте, собирайтесь. Я через минутку выйду. Ой, а вот и наш Максим. Где же он ходил? Так интересно. Может, к другим девушкам? Рыжий, ты что, давно не получал? Привет, Максим. Привет, народ. Как дела? Все нормально, а твои дела как? Неважно. Ну что, люди, что думать будем? Мраковна сейчас будет звонить Насте. И Настя сейчас придет. Не знаю, как все пройдет в этот раз. Но давайте хоть в этот раз попробуем не поссориться. Угу. Хорошая идея, Макс. Так, ну что? Все здесь? Можно звонить Насте? Стойте, Алена Мраковна, у меня к вам есть вопрос. Ну давай, спрашивай. Нет, это лично, давайте зайдем. Пошли. Ну что, Рыжий, что мы с тобой решаем? А что мы с тобой решаем? Ты же с Настенькой? Да, а Настя свободна. Как и я. Ну говори, что ты мне хотела сказать? Ну, знаете, я не хочу, чтобы Настя на меня обижалась. Как вы думаете, ей подарить что-то или не стоит? Я думаю, можно подарить. Хорошо, а что? Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь. Настя любит цветы. Подари ей цветы. Цветы? Ну да, букет дружбы. Это же дружеские цветы. Мне бы понравилось. Спасибо, Лена Мраковна, это замечательная идея. Вы самый хороший человек в мире. Да не за что. Замечательно. Эй, ты куда? Куда она побежала? Сейчас же Настя придет. Ладно. Ну что, пошли в дом? Да, пошли. Стоп, подожди, я сейчас. Эй, вы че? О, Алена Мраковна. Да, Максим. Алена Мраковна, у меня тут вопрос. Я хочу, чтобы Настя на меня не обижалась, а вот думаю, что подарить ей? Максим. Если ты не знаешь, что ей подарить, подари ей цветы. Это будет как знак вашей дружбы. Дружбы? Просто дружбы. Ладно. Как знак симпатии. Цветы как знак симпатии. Хотя я уже признавался в любви. Ну ладно, все равно хорошая идея. Спасибо. Пожалуйста. Отлично. Все, Рыжий, пока. В смысле пока? Что значит пока? Куда пока? Куда вы все побежали? Идеально вообще. Все хотели встретить Настю. Куда-то все побежали. Ну и ладно. Алена Мраковна, у меня есть к вам вопрос. Сережа, хочешь что-то подарить Насте? Да. А откуда вы знаете? Подари ей цветы. Подари букет мира.
чтобы вы с ней помирились. Букет мира? Ого, круто. Спасибо! Алло, Настя, привет. Алло, здравствуйте, Алена Мраковна. Слушай, тут такое дело. Дома ждет тебя небольшой сюрприз. В смысле, вы о чем? Какой сюрприз? Приходи и сама все узнаешь. Алена Мраковна, давайте говорите, какой сюрприз? Настя, друзья хотят с тобой помириться. Я не хочу их видеть. Так, хватит капризничать. Давай приходи. Ладно, дам им еще один шанс. Так, Насте я уже позвонила. Она будет через 5 минут. Хорошо, я уже готова. Вроде бы цветы симпатичные. Как вам цветочки? Отлично. Так, ну удачи. Спасибо. Рыжий, а ты что с цветами? С цветами как бы я. Ну а что, я тоже хочу подарить Насте цветы. Ну замечательно, Настя придет, а мы будем как 2 дурака с цветами. Спасибо тебе, Рыжий. А Максим по-любому ей подарит что-то интереснее. О, Максим, а что ты подаришь Насте? Красивый букет, Максим. Мне бы такой тоже понравился. Не знаю, как вам, но мне нравится и свой. Рыжий, а тебя вообще никто не спрашивал. Максим, как тебе моя прическа? Как вообще я выгляжу? И вообще, почему ты мне не говоришь комплиментов? И цветов не даришь. Максим, а почему ты молчишь? Может, ты мне эти цветы подаришь? Зачем их Насте дарить? Ну, я... Мы же решили помириться с Настей. Настя пришла. Настя! Что? Настя, ну мы тут собрались помириться с тобой. Поэтому хотим подарить тебе цветы. Это так мило! После того всего, что произошло, просто цветы. Настя, ну извини меня. Настя, ну хоть цветы красивые. Держи, это тебе. Да, это тебе. А цветы действительно красивые, Максим подарил. Ну, может, не все так плохо. Я сейчас приду. Настенька, а я думала, это вы с Максимом встречаетесь. Настенька, да блин, стой, подожди! Что подожди, Рыжий, ты это видел? Да видел я все, видел, подожди. Чего ждать, Рыжий, ну вот расскажи мне, чего? План, Настенька, план, у нас же есть план. Да помню, помню, поссорить Настю и Максима. Тебе Настя, мне Максим. Но как мы их сейчас поссорим? Слушай, помнишь, как Максим отреагировал на Витю? Помню. И что дальше? Витя уже был. Настенька, так мы расскажем и за всех остальных. За Андрея, за Женечку, за Ванечку и за нашего любимого Димочку. Это идеальная идея. Понимаешь, Настенька? Отлично понимаю, мой рыжий друг. Настенька, иди сюда. Я тебя попрошу.
Вы решили помириться с Настей. Я тебя прошу, не начуди ничего в этот раз. Угу. В этот раз, Алина Мрековна, не получится. Так, в чем дело? Максим, вообще-то мы с тобой встречаемся, но ты подарил самый красивый букет ей. И вообще, когда мы с тобой гуляли, ты говорил, что я самая красивая. Народ, это как понимать? А ты мне лучше расскажи, зачем я сюда пришла? Видеть, как ты ей мило улыбаешься, да? Может, тебе рассказать про всех ее ухажеров? Про Витю напомнить? Про Артема, про Андрея, про Диму, про Женю? Или тебе еще про кого-то рассказать? Рыжий, иди сюда. Рыжий, подтверди. Настя, ты мне, конечно, друг, но я ради дружбы врать не буду. Да, Макс, у нее много ухажеров. Все понятно, зря я сюда пришла. Я думала, помиримся, но надолго вас не хватило. И, кстати, Макс, определись, чего ты хочешь. Да, Максим, определись. Да, Максим, решай. Зачем я вообще туда вернулась? Я думала, не изменится. А нет, как всегда. А ты что здесь делаешь? Настя, я сделала свой выбор. А теперь расскажи мне, как вы с Рыжим бросали монетку, кто будет признаваться мне в любви? Как ты об этом узнала? Твоя новая подружка рассказала.